Привет. По-моему, я турнирный, как ты сказала. Фух, 16 поражений. Что? И дело в шляпе. Дело в шляпе. И дело в шляпе. Давай еще раз. Так, и дело в шляпе. Самое легкое, по-моему, предложение. Все, давай заново. Привет, желто-синий. Я Каюмчик Лиза. И это командная химия. 9 игр остается в регулярке Евролиги. И из них 5 домашних. 28 февраля все двигаем на арену Мытища. Встречаем наших гостей. Французский Асвел. После победы над Миланом наша команда вернулась в зону плей-офф. И сейчас нужно закрепить эту позицию. Однако не все так просто. Клуб из Франции проиграл 8 раз в последних 9 матчах. Стоит ли говорить об их мотивации на игру с нами? Сейчас Асвел находится аж на 16-й строчке в турнирной таблице. У них 9 побед и 16 поражений. К слову, Химки и Асвел находятся на расстоянии всего лишь в 2 победы. Химки уже встречались с французами в 16-м раунде регулярки. И тогда не хватило совсем чуть-чуть до победы. Так что эта пятница – лучшее время вернуть должок. Да и цифры статистики на нашей стороне. Мы набираем больше очков, собираем на чуточку, но больше подборов, раздаем больше передач. И в целом индекс полезности у нас выше. Осталось добавить энергии в игру, а это наша с вами задача. И дело в шляпе. А что скажет о сопернике наш тренерский штаб? На связи Ауримус Еселенис. Это опасная команда, которая и хорошо играет один на один. У них нету там каких-то сложных комбинаций, но они очень хорошо читают игру и играют один на один. Но и самое главное, что это борьба под чужим счетом. Бонжур! У меня есть промокод со скидкой 15% на билеты. Он здесь! А за кем стоит присмотреть в этом матче? Это определенно центровой Асвела Эдриан Пейн. Американец перебрался во французскую команду в марте 2019 года. Помог выиграть чемпионат и Кубок Франции и внес свое имя в список ключевых игроков. В этом сезоне Евролиги набирает по 10 очков и собирает по 4 подбора за 18 минут игрового времени. Итак, увидимся 28 февраля в 20:00 на арене Мытища. Самое время дать заряд команде и уверенно ворваться в плей-офф этого сезона. До встречи!